Всем привет! Меня зовут Ольга, вы на моем канале. Сегодня я хочу рассказать о двух своих новиночках. Это две колотеи, колотея медальон, вот эта вот колотейка. И вторая, ну из этой серии, тут название не помню, надо будет посмотреть. Ну вот, очень красиво отливает розовым. Ну видите, они попортились, листики при транспортировке. Вот их тут по две штучки сидит в горшке. Буду мыть, буду разделять и пересаживать горшки и адаптировать. Значит, целью у меня сейчас является адаптация колотей, а не сохранение листа. То есть в любом случае какие-то листья я потеряю. Ну, что делать? Это Голландия. Поэтому, короче, будем посмотреть, как говорится. Значит, у меня сейчас на адаптации вот еще три колотеи. Колотея Дотти. Вы, может, помните из ролика, я показывала свое новое приобретение, пересадку. Ну, эта колотея тоже Голландия, не адаптированная, а деленка. Как бы я думала, это детка хуже адаптирована. Нет, это деленка. Значит, куст, что у меня, господи, лист третий здесь был, он засох, я его отсюда убрала, он был вот здесь, вот она стоит, листы не сворачиваются, плотные. Здесь у меня, сейчас покручу ее, найду, вот детка, видите, уже появилась, лезет новый рост, то есть колотейка будет жить. В общем, вот так вот. Надежды на эти листья у меня нет. То есть вот он идет, новый росточек. Ну, посмотрим. Как бы в любом случае до весны. Дальше. Колотея Триколор. Это я уже покупала тоже в Голландии. Ну, видите, вот сухие листы. Пересаживала мне несколько ростков. Тоже на двух этих, господи, ростках у меня листики засохли, средние, на двух из пяти. У меня их пять, я разделила на пять штук. Тоже у меня целью идет адаптация, а не сохранение листа. Понятное дело, что я их потеряю. Мне главное, чтобы она пускала новые ростки дальше. Поэтому вот сидит, это вот из всех, которые у меня Триколор есть, лучше всего выглядит. Другие у меня более скрученные листики там идут. Вот. Дальше. Ну и вот это. Эту я купила неделю назад или две. Листы скрутила. Так тоже принцесса какая-то. Не помню, как она точно называется. Ее я не пересаживала. Я просто меняла грунт. То есть я ее не разделяла. Тоже это Голландия. И вот она так засушила листы. Тут вот три трубочки у нее были. Но они тоже... Сейчас я сфокусирую. Вот видите, сухая идет. То есть эти три трубочки... Ну, и надежды на них тоже нет. Я думаю, они особо не выживут. Но вот у меня, видите, росточек пошел. Один. Вот он, второй новый, хороший он там идет. То есть он не засохлый. Еще где-то у меня, по-моему, третий я там видела. Ну, сейчас не покажу. В общем, вот так. Буду ждать эти ростки, которые... должны будут уже быть адаптированными. Эти трубочки, ну, не знаю, я же говорю, что, если честно, не думаю, что они у меня выживут. Ну, это все Голландия, поэтому эти листочки скрутились. Я и в тепличку ставила, нет, это не влага, и, ну, вот, вот так вот она перенесла. Хотя, я же говорю, я не делила корни, я не ломала, поэтому, ну, такая адаптация. Надо будет срезать вот эти сухие. Эти тоже буду разделять, потому что в любом случае там есть торфяной стаканчик, и он какой-то не торфяной, а тканевый, потому что вот эти вот две, которые у меня сейчас, я делила, они Голландия, да, и я когда доставала, там как раз тканевые, вот они обвернуты в какую-то тканевую таблетку, и я, конечно, еле-еле от нее избавилась,
прям она очень плотная была. Поэтому в любом случае я не буду оставлять их колотей в этом грунте. Сейчас я разберу и вместе с вами посмотрим, есть тут такая таблетка или нет. Но так как я покупала на одной и той же оптовой базе, то, скорее всего, что, наверное, тут тоже будут... Ну, по крайней мере, в этой, наверное, будет. То, что тут, я смотрю, горшок такой же. Здесь какой-то другой горшок. В общем, посмотрим, может, это какие-то другие производители. Но это все равно Голландия. Ну, сейчас будем разбирать их. Ну что, достаем и смотрим, что здесь у нас. Кстати, в тех колотейках, которые у меня адаптируются, уже пошли корешки новенькие, беленькие. У меня как раз посажены они там в прозрачный горшок, и там видно, что идут новые корешки. Ну, здесь земля, конечно, такая, она рыхлая, но, ё-моё, оно тут гнилое, и корни здесь очень плохие, девочки, очень плохие корни, мальчики. Сейчас буду мыть, вот оно, вот я уже вижу, не знаю, нет, гляньте, он оторвался. Вот это колотея в очень плохом состоянии. Росток, вот он сгнивший. Вот здесь рядом росток, вот тоже, не видно, но он тоже сгнивший, новый. Тут вообще эта колотея в ужасном состоянии. Слушайте, вообще прям. И вот он, росток засохший, сгнивший, гниль. Они его позаливали. И здесь, ну, слушайте, вообще. Еще и в стаканчике, вот он, покажешь его тут. Он прям плотный. Слушайте. Это в плохом состоянии, очень в плохом колотое. Но она дороже, кстати, чем медальон-то. На 300 рублей дороже. Но здесь вообще просто, у меня нет слов. Это очень плохая. Я тут теперь переживаю вообще не то, что адаптировалась, она вообще выживет. Если честно. Ужас. Еще и земля, там ком такой твердый прям. Я вот не пойму. Ой, капец. Да. Но тут нету стаканчика, кстати, на удивление, потому что таких вот приходили. Но тут прям оно очень твердое, очень. Боже, мне ее жалко. Вот такого состояния колотую надо вообще продавать по уценке. Она гнилая вся. Она вся гнилая. Так, сейчас буду вымывать, разделять. Это очень плохая колотая. Гнили, то как-то срезать надо будет. В общем, я помою. Посмотрю. Тут вроде вот идет маленький. Видно, не видно. Где он, господи? Вот он, видите? Вот он идет. Вроде живой. Вот это единственный. А вот это вот гниль. Гнилое, гляньте прям. Какой ужас. Тут внутри, кстати, гнилого, может, и живое еще есть что-то. Торчит. Короче, ее надо промыть. А, гнилое. Гнилое. Это очень плохая колотея. Я не знаю, выживет она или нет вообще. Сейчас достанем эту. Сюда положу.
Что у нас с этой колотой? Ну, здесь корни лучше. Сейчас посмотрим. Ну, тоже мокрая. Тут земля. Ой, воду выжимает прям с нее. Зачем так заливать? Я не пойму. Зачем? Так. Ну, вот тоже стаканчик. И прям его видно хорошо. Нет, стаканчик нормально. Тоже нет, не тканевый. Не тканевый, но очень-очень плотный. Очень плотный. Ну, это лучшее состояние. Та вообще мне не нравится. Она гнилая. Она прям гнилая. Я буду ее разбирать потом. Сейчас помою. Посмотрю, что удалить можно. Обработать. Я ее вообще, наверное, не в землю посажу, наверное, а в мох с фагном, скорее всего. И буду, наверное, в тепличку ставить ее. Разделю, обработаю, обрежу, насколько там чего возможно. Надо как-то доращивать корни. Эту в землю буду сажать, тут более-менее. Корней. Вот смотрите, вот такие корни у этой. Посмотрите эту. Вот. И здесь вот все гнилое. Сейчас я вымою, и будет видно хорошо, какая там гниль. Сейчас прервусь. Так, я вернулась. Вот я пополоскала. Смотрите, вот здесь нормальное состояние, и корни более-менее. Это, смотрите, черное все, вот черное, вот это гниль, вот. Гнилое, вот гнилое. Вот гнилое. Вот тут единственное, что, видите, беленький. Вот он. Есть надежда, что будет жить. Сейчас я уберу эту гниль. Разделю на два. Но если один еще выживет, то второй вот этот вряд ли. Смотрите. Вот как показать так. Вот видите, вот черное, черное все, вот видите, о, видно, черная гниль. Фу, вот так вот, это растение стоит дороже, чем это. Вот это по-хорошему на оценку надо было ставить. Его я отправлю, сейчас все уберу гнилое, обрежу в мох с фагном и в тепличку. Вот так вот сделаю. Этот разделю, этот в кокосовый субстракт, в перемешку с торфом сделаю. Я разделю, думаю, наверное, вот этот вот уберу. Вот так вот разделю. Вот. Здесь два оставлю, тут маленький просто один. И как-то его вот на три листа не сильно хочется дербанить. Как бы. Ну, в принципе, его можно будет. И адаптация будет идти. У меня, честно, голландские растения адаптируются где-то полгода. Что алаказия, что колотея была не такая. Ну, она и есть, стоит у меня здесь. Вот они сидели и не росли у меня где-то полгода. Ну, примерно так. Алаказии пускали маленький листочек, к примеру.
ну, меньше, чем был, да, и долго сидели, потом вот пускались в рост нормально. То есть где-то у меня сидят по полгода голландские растения. Вот так вот. Ну, будем сейчас смотреть, как эти, вот у меня опыт первый именно с такими колотеями, с круглым листом. Вот я вам показывала, какие у меня сейчас там стоят на адаптации, триколор вот стоит. Но уже молоденькие росточки пошли. То есть все хорошо будет жить. С этой тоже, я думаю, будет все хорошо. Ну, я думаю, будет хорошо. А вот это вот, честно, я не знаю. Я сейчас это все буду оббирать, удалять гниль, очищать. Как она выживет, не знаю. Не знаю, хочется, конечно, тут вроде есть деточка. Но чтобы она не загнила, я сейчас ее, наверное, мог сфагнум на доращивание корней. И буду наблюдать, и потом попозже пересаживать. Вот так вот. Ну, сейчас я это все буду делать, но я покажу вам потом конечный результат сейчас, как они у меня будут стоять уже. А субстрат, я же говорю, у меня кокосовый брикет, но просто у меня колотея так хорошо себя чувствует. Он такой вот, получается, воздушный, пористый. Посмотрим, как эти будут. Это мой первый опыт, поэтому за мной пока повторять не надо. Я вам просто буду потом показывать, как это все у меня происходит и как они адаптируются. И хорошо, плохо, свои ошибки буду тоже учитывать. В общем, вот так вот. Сейчас вот здесь вот буду все убирать, обрабатывать. Ну, вот. Разделила, посадила. Эти в землю разделила на три. Вот они. Так, эти я посадила в сфагнум. Смотрите, видите, черное все. Черная, единственная надежда на вот этот вот он росточек. Здесь вообще печалька. И я уже снимала листья. Вон, видите, вот он, черный идет все равно. Здесь вот какой-то листочек. Он сверху чуть суховат, но там вроде живой, вроде бы как не гнилой вот этот. Здесь вообще практически корней нет, на этом листике. Эти два у меня пойдут в контейнер. Значит, на доращивание корней. А эти три станут рядышком там на карантин. Будут стоять в другой комнате, на другом окне. Я же говорю, мне сейчас важно не сохранение листа, а здесь наращивание корневой, и как-то, ну, в этом, например, я не уверена. Здесь есть какая-то надежда на то, что вот пойдет, и он менее гнилой. Ну, так хотела именно эту колотейку, уже плюнула на то, что вот листы такие, и эти, как бы, ну, все печальнее оказалось. Это колотейка хорошая. Тут все хорошее, то есть там ни гнили нет, ни как бы корней побольше. Ну, посмотрим. Посмотрим, как вот эта вот трубочка будет. Засохнет она, не засохнет. Ну, вообще, по идее, засохнет. Ну, и вот малышонка тоже. Вот. Посадила в маленький стаканчик. Ну, корешки хоть хорошие. Здесь прям беленькие хорошие. А в этой, конечно... Ой, вообще все груз печаль. Ну, ладно, будем как-то... Знаете, такая внешность обманчивая. Вроде бы листов много, а внутри все сгнило. Ну, практически. В общем, вот так вот. Ну, посмотрим. В любом случае буду снимать видео дальше, как это все идет, как адаптируется, как прошлые мои колотеи, которые я показывала, тоже буду показывать вам росточки, как у них будет адаптироваться все. Но опять же, сейчас дело к зиме идет, поэтому я думаю, быстрого роста не будет. Быстрый рост будет к весне ближе. Ну,
В общем, будем смотреть. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.